С вами я, Артём Ведерников, и сегодня я хочу, конечно, затянуть такое коротенькое видео, ну, как бы получится коротко, потому что я сегодня заниму вот эту вот штуку, которую я построил. Она трехэтажная, ну, тут всякое там, это просто крыша, это была когтеточка, это старенький наш домик, тут спит наш любимец. Привет, Филя. Алло, всем привет. А тут можно дачей кохтики. Тут можно играться, если захотят. А тут можно, не знаю, кому-то спать. Ой. Тут в домике. Тут бы я обспался, был котом. Если что, коту, можно прыгнуть еще сюда. Не, я думаю, а вдруг сюда можно будет домик поставить? Я думаю, а еще чего? Чтоб Филя пауку сбил, да? А что такой? Еще и домик. Не, ну он мало, конечно, весит домик. А кот больше, чем домик весит. Я еще больше вешу. Я просто телек продаю сейчас. И потом снимаю. Съемка. А кто хочет увидеть, как мы с папой делаем капкан из картона? Из, ну, не из, не из ящика. Ну, ящик, вы знаете, да? Картонный. Сейчас я вам покажу. Картонный ящик. Сейчас. Нет, не это. Сейчас, подождите. Например, как у меня ящик с игрушками. Не из такого картона. А из того, как вы, ну, у вас там в школе, к примеру, делать из него самоделки какие-то, поделки. И из вот этого картона мы будем делать капкан. Кто хочет посмотреть, как мы это будем делать, и проверять, мы как раз-таки будем перед вами всеми. Будем трансляцию вести с папой. И я, конечно, еще не знаю, как мы его будем делать, но точно не из жестяной банки. Он порежет сильно. Так что, ну, точно не надо. Так, у меня тут травка растет, трава. Сырняк. Громоотвод стоит у нас тут. Слушайте, если в этот громоотвод ударит настоящая молния с неба, то тут весь огород отвалится и упадет. Так, ой, вот высотень. Хрена тени. С пятиэтажного дома. Интересно, сколько это в метров? Пишите в комментах, сколько метров пятиэтажный дом. Ну, не девятиэтажный дом. Как? Как вот там? Там деревья. Вот там вот, я помню, где-то там неподалеку сижу себе, одному не наблюдаю за мной. И вдруг ни с того ни с сего пошел дождь. Ты такой дождь. Хлынул. Он как град, тот дождь. А-а-а, домой. Мигом. Такой. Вообще. За минуточку. Лишь бы не намокнуть. Я. Ого. Ни хрена себе. Ребята. Я вот смотрю, короче, туда. Вы видели вот это пятнышко? Видите? Вот это пятнышко в небе. Это вот такая большая луна. Ой, а кто хочет посмотреть, что, если, конечно, возможно это. Ну, короче, если это возможно, конечно. Кто хочет посмотреть, как я играю в очень страшную Сландерину, пишите об этом в комментах. Или в Грэнни. К примеру, в Грэнни, да, точно. У меня как раз есть Грэнни игра. У кого она тоже есть, пишите об этом в комментариях. Ну, ставьте, конечно, лайпусики, если вам понравился мой домик. Вот этот домик. Угу. Филя, ты мой красавчик. Он любит у нас спать. О, он меня лизнул.
Ладно, хай он спит, мы его трогать не будем. И, короче, знаете, как у меня появилась эта идея? Я сижу, смотрю, новая квартирка, а тут для Стёпы, если вы смотрите канал Скуртер Сливки Шоу. Именно Сливки Шоу. Вот этот канал Сливки Шоу. Видите, если вы его смотрите, то тогда, ну, вы тогда знаете, это все его видео, почти все. Вот. Я больше, чем у меня видео, вот эта картинка его канала, вот его котик. Ну и, короче, вот так вот он так снимается. И кому понравилось... Наконец-таки мой домик. Пишите в этом комментах, ставьте лайки. Ну, я поставил бы лайк, потому что он оценил, видите, мой домик. Да? Ну ладно, всем удачи, всем пока.